Начинаем с калибровки дрона. Против часовой стрелки. Раз, два, три, четыре, пять. Калибровочка прошла. Раз, два, три, четыре, пять. Калибровочка прошла. Олечка готовится к взлету. Идет подготовка пилота и дрона. Не хватает третьей руки. Взлет, похоже, будет производиться с руки. Это сильный ход. Я боюсь за последствия. О, полетел. Ура! А у меня быстрый... Как он точненько висит себе так, как настоящий дрон. Вот быстрые настройки. Так, вот камера зафиксировала объект. Дрон залетает. Камера зафиксирована на объекте. Дрон залетает назад и вверх. Так. Оля. Оля пытается приручить дрон. Неплохо выходит. Я себя не вижу. Так, себя, говорим, не вижу. Пошла, пошла развлекуха. Быстрая съемка завершена. Пошла съемка быстрая. Стоп. Надо его остановить. Ой, стоп. Ко мне. Ко мне. Хватай. Не трогай. Надо резко хватить, а он мне мешает. Да, и что сделать? Не знаю. А, надо ладонь поставить. Тогда он будет вверх подниматься. Нет, если ладонь поставить. Надо ладонь поставить и вниз. Оба-на! Он у меня вырвал. Да, вот так вот, не просто так. Я его хап-хап-хап-хап, а он вырвался у меня. Ну, какой непослушный мальчишка. Да. И что теперь с ним делать будешь? Надо наказать его. Сейчас буду второй режим делать. Два дня без полетов. Расскажу, почему так произошло и что я пыталась сделать. По совету одного из учителей в Ютубе я пыталась перевернуть дрон, чтобы заглохли моторы. Не пытайтесь сделать это без дополнительных настроек в программе. Видимо, мой учитель что-то упустил. Так, теперь мы берем вот эти быстрые режимы. Невозможно перейти куда? В режим быстрой съемки, когда дрон... А, когда дрон не взлетел. Так, сейчас, секунда, мы должны взлетать. Значит, будем взлетать. Взлет разрешен. Так, сейчас я буду взлетать с нашей лапы, с руки. Вот сюда мы зажимаем эту кнопку. Обалдеть! Он летит. Теперь мы жужжит. Делаем. Вот первое это самое. Первое мы делаем. Теперь нам надо как-то, чтобы камера нас... Вот, все за наконец-то. Победа. Победа. Я в колесико покрутила, камера нас увидела. Вот. Ну давай куда-нибудь лети. Старт ведь я нажала. Он полетел ведь. Да. Куда ты? Сюда давай, сюда, к нам. Куда ты полетел? Безумный. Так, все, выполнено это самое, он летит назад. И что он будет делать? Сейчас он будет садиться. Прямо вот к тебе? Так, стоп. Слушай, по-моему, сейчас врежется. Стоп. Так. Стоп. Так, сейчас ответственное
процедура – это посадка дрона прямо на руку. Смертельный номер в исполнении зайки. Оба! Оба-на! Браво! Браво, браво! Сделать, переменить режим только когда дрон находится в воздухе. Дрон ручной. О, вот как. Он находится в воздухе. О. Поменяем ему режим. Так. Так. Теперь у нас будет режим ракета. Пошел режим. Режим ракета? Да. А это очень быстрый, что ли? Не знаю. Теперь мы должны опять колесо покрутить и поискать себя. Так. А, вот себя вот здесь мы можем найти. Вот я. Вот. О, не-не. Не так быстро. Вот. Я. Немножко туда. Так. Немножко. Ой, стоп. Вот. Головы нет. Надо. Ну, оп. Ну, хорошо. Все, все. Я здесь. Я здесь. Ура. Полетели. Старт. Действительно полетел куда-то. Эй! Эй! Ой, здорово, сука. Ой, слушай, он куда-то улетает. Он улетает! Вернулся. Вернулся, родной. О, как он пошел. Так, пошел, теперь пошел. Нам надо еще пониже. Так, опа, опа. Раз. Ко мне. Ко мне, ко мне. Джульбарс. Снижайся, Джульбарс. Не бойся. Не бойся. Опася. По пальцу попал. По пальцу? И палец долой, нет? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть попал больно по пальцу. Там в камеру как надо держать пальцы? Слушайте, ну не знаю, как держать пальцы, но в этот раз он мне шандарахнул по пальцу, вот здесь вот. Ага. И палец красный, конечно, ничего палец не пострадало. Да, лопасти пополам. Лопасти целые. Но, в общем, второй режим как-то меня не это самое. Не знаю, что там снялось, посмотрим. Номер 3. Дрон пошел. Теперь облет. Облет в эту сторону или в эту. Он полетит вокруг. Куда? Нас в эту сторону. Облетит нас, да. И вернется? Да. Хорошо. Сейчас только надо себя найти. Я себя как вот, ну, здесь. Я здесь, он меня видит. А меня? И тебя рядом, нормально. Хорошо. И все, он нас видит. Сейчас я выделю этот плюсик. Надо же, как я сообразила. Какая ты умная. Ужас. Сама боюсь. Ну, давай. Давай, лети. Так он пошел на посадку уже, это видишь? Это я его посадила. А? Он не сам пошел, он то и делает. Так, ну что, палец отсечешь? Мы будем садиться хорошо. Будем хорошо. Так, так. Идеально! Просто идеально! Да, 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 идеально. Так, но это еще не все. Как это еще не все? У нас еще режим есть. Еще режимы у вас? Так, это сюда. Режимчик number four. Все, полетели. Этот режим называется бомбежка. Да. 25 метров это где? Так, если что, я его держу вот здесь. Это режим спирали. Режим спираль, летим по спирали на 25 метров. Да.
Укол куда зафигачил, а? Ух ты, возвращайся! Хватит! И берем его. Берем. Опять идеально. Вот это да. Садитесь. О, Денисова, вам 5. Ну, сегодня, я считаю, мы прошли испытание. Наконец-то. Точно. И все благодаря тому, что я узнала про это колесико, про которое мне никто не говорил, что камера нужна, как бы себя надо искать в кадре. Мне казалось, я сама должна там быть, и камера должна меня видеть. Но оказывается, нет. То есть надо колесиком настраивать камеру, чтобы она тебя сначала увидела. Все приходится самой. Ну все, на сегодня полеты закончены. Как скажете.